Приветствую зрителей канала Russian Let's Play, с вами Анидзука, и сегодня мы посмотрим несколько новых секретных бруталок в игре Mortal Kombat X, которые появились после выхода уже обновления Mortal Kombat XL. И давайте начнем с Джейсона. Бруталити это делается в стиле слэшер. Итак, для выполнения секретной бруталки за Джейсона в стиле слэшер нужно в конце боя выполнить захват и зажать кнопку вверх. Теперь возьмем Кунг Лао. Для выполнения следующей секретной бруталки нужно сделать усиленный телепорт в конце боя и после телепорта применить захват. Хороший бруталити, переходим к следующему. А следующим бруталити у нас будет делать Скорпион. Это бруталити несложное, для выполнения нужно всего лишь сделать захват в конце раунда, в конце боя, и зажать кнопку вперед. Для выполнения секретной бруталки за Сабзиро нужно тоже всего-навсего сделать захват и нажать вперед. У Бурайчо есть даже не одна секретная бруталка, давайте смотреть. Данная бруталити выполняется только в стиле дыхания дракона. Для того, чтобы его выполнить, нужно в конце боя подышать огнем на противника. И это еще не все, у Бурайчо есть еще одно секретное бруталити. Правда, я показывал вам его в обзоре на Бурайчо, но, возможно, некоторые его этот обзор не смотрели, вам будет это тоже интересно. Данное бруталити также выполняется в стиле дыхания дракона, но, возможно, оно будет работать и в пьяном стиле. Это я, к сожалению, не проверял. Для выполнения данного бруталити нужно сделать усиленный толчок животом. Назад-вперед кружок с усилением. Переходим к следующим персонажам. Берем Джонни Кейджа в любом стиле. Для выполнения этого бруталити, опять-таки, простого, нужно снова сделать захват и зажать клавишу вперед в конце боя. А теперь взглянем на бруталочку за Лью Канга. Насколько я знаю, она работает во всех стилях, но мы возьмем огненный кулак. Для выполнения этой бруталки в конце боя нужно выполнить нижний фаербол, желательно на расстоянии прыжка от противника. Теперь перейдем к Гору. Для выполнения секретного бруталити за Гора нужно сделать прием кулачная прогулка с помощью усиления. Ну а теперь пришло время Триберга, у которого несколько секретных бруталити мы обнаружили. Давайте начнем с стиля сектор. Для того, чтобы брутально прикончить соперника за сектора, нужно выполнить прием поджигатель. Вниз-вниз, крестик. Теперь перейдем к стилю Кибер Саб-Зира. Ни одного из бруталити Кибер Саб-Зира нет в ростере, поэтому все считаются, по сути, секретными. Для выполнения самой простой бруталки нужно просто заморозить соперника, а потом сделать ему апперкот. Так же, как у обычного Саб-Зира. Давайте посмотрим, что еще он может. Итак, для выполнения второй секретной бруталки нужно выполнить усиленную заморозку противника, плюс еще подкрепленную дроном. То есть для этого нужно выпустить дрон вниз-вниз X и потом сделать усиленную заморозку, не отпуская кнопки квадрат.
Это брутально считается пасхалкой на «Звездные войны» и на замороженного Хана Соло. Ну и давайте посмотрим последнюю бруталку, которую мы уже также делали в обзоре на персонажа Триборга. Но, возможно, вы ее не видели. Для выполнения этой бруталити нужно сделать усиленный удар с ноги в воздухе. То есть в прыжке сделать вниз и удар ногой с усилением. Ну что ж, друзья, это были все секретные бруталити, которые я нарыл на сегодня. Если есть еще какие-то секретные бруталки, которые вы обнаружили, но я их не показал, то пишите о них в комментариях. Если вам нравятся такие видео, то обязательно ставьте лайк. С вами был Рашна Ринзука. До новых встреч! Привет, друзья, с вами Рашна Ринзука и англичанин. Какие дела, хоуми? И сегодня у нас первое мясное противостояние. Да. Итак, как вы уже знаете, я тренировал Кунг Лао, англичанин у нас... Лю Канг. Лю Канг, да. И, в общем, кто из нас круче, сегодня мы выясним. Мы будем драться, пока у одного из соперников не закончатся все стили.